Что, назад вон туда? Друзья, всем привет! Вы на канале Сельченко в Америке. Я уже сняла свою кофту в магазине. Очень тепло. Хотя на улице сейчас уже так прохладно, но в магазине жарко. Когда вот теплое платье и кофта такая, то мне жарко. Мы заехали купить раковину. Вчера мы решили по нашим размерам, друзья. Вчера мы здесь были. Что мы покупали? Что-то другое, уже не помню. И вот по нашим размерам нам подходит вот с этой. Хотя оно так, ну, мне, допустим, не нравится, нормально. Я видела, есть у людей так. Он стоит 429, а это 369, 299, здесь и всякие. Вот. Но, что, кран 109, был 149, 130. Но мы передумали, что передумали. Гена дома вымерил, все посмотрел. Оказывается, друзья, чтобы эту штуку поставить, вот именно эту, то нужно вырезать тумбочку. И больше ты не поставишь другую раковину, допустим, через несколько лет нужно будет... Сейчас, Гена, иду. Вот смотрите, вот это пример. Вот у нас идет здесь тумбочка, здесь такие как бы... такие шухлядки, но они не вытаскивают, не высовываются, знаете, просто для красоты. Нам нужно их вырезать. Мы этого делать не хотим. Так что тот отпадает. Черный не хотите? Не, черный не хочу, Ген. Но он тоже пойдет. Тоже пойдет, да? Ну, серый лучше. Ну, это все двойные. Да, но двойные, двойной, ну, у нас. Вот этот подходит. Да? Ух, да? Слава Богу. 359 он, да? Да, 359. Да. Вот так смотреться будет, видишь? Как раз ты белую эту. И его, они показывают, что можешь его и внутрь, подниз, и наверх, да? Но мы наверх сделаем. Оно будет лучше. Не будет обвиваться, вот это, знаешь. Положил себе и все, и забылся. Да, и сетка, сразу решетка входит, да? Наверное, да. Сразу решетка входит. Как раз классно. Положила посуду, она стекает, типа, знаешь. Это чтобы не бились тарелки. И не царапалась, да. Не царапался сам. Ну, есть у меня на работе эти сетки, противно так и мыть. И вот к нему кран, наверное, такой идет. С пружинкой, думаешь? Ну, любой, как хочешь. Да. А тебе не будет трудно вырезать здесь вот такие дырки, чтобы, да, чтобы вставить? Там же у нас для мыла и кран для воды фильтрованный. Абсолютно. Ну, этот уже 419. Я хотела, друзья, желтый, но желтый 500-600 долларов. Это уже прям какой-то ответ. 359. Тоже подходит. Это тоже, наверное. Ген, а есть в костка есть, только не помню, какая цена. Там сразу очень много входит и кран. И сетка, как решетка. Я сейчас на интернет смотрим, зайду, посмотрим, выбираем. Я говорю, что хотела желтый заказать, золотой, но они дорогие, 500-600 и выше. И опять же, этот раковину эту берешь, ну, не на год, не на два. Может быть, я через год хочу перекрасить в другой цвет ручки и все такое. У меня ж вот были серые до этого. То нужно будет и менять раковину. Ну, то лучше взять такую. Не будем брать желтую, будет такая. И смотрите, мы нашли, вот даже есть за 150 долларов, был 189, а сейчас 150. Смотрите, вот так в пакете несколько штук их стоит. Да, классный такой, хороший. Здесь есть болтики всякие. Да, этот под низ его, типа. Угу. Туда.
А есть вот такой, нашли тоже. Был 220, сейчас 189. Да. Сюда входит и кран, и сеточка, та решетка. Вот так. Что ты хочешь? Давай, хочешь, возьмем этот. Ну да, кран есть. Кран сможешь покрасить или так будет, пускай сидит, да? Надо его красить. Ну да. Он так, простенький такой, да? Не, я не знаю, вытягивается он, не вытягивается. А, наверное, нет. Хотя тут я вижу, что есть, наверное. Такая штучка, да? Да. Полосочка такая тут есть. Я думаю, что вытаскивается. Только одна фотография, больше нету. С той стороны тоже сверху, сам. Наверное, тут так. Ложат их там, знаешь, достают, если есть. Но на витрине нету этого с краном. А кран стоит тоже отдельно приличную сумму. Желтый кран, который я хочу, 250, да? Это просто... Да. Много, да, много. Представьте, умывальник, я говорю, да, то раковина, то умывальник. Ну... Что ты хочешь? Я хочу классный и подешевле. Зачем мне вкладывать такие деньги? Ну что? То же самое. Ну давай возьмем вот этот за 189 уже с краном. Да? Да. Потому что есть еще проблема, чтобы он нам поместился этим размером. Потому что может быть тележку большую привезти. Поместится так. Все. Да, люди покупают тоже. Но этот тоже 150. Тоже классный, но без крана. Но глубокий такой, хороший, да? Да, можно, да. Даже самому тут купаться. Как Балия, да? Закрыл, залез, помылся. Ну, а интересно, а этот какой глубиной? Уже дома? Глубиной 9 инчи. А этот? Сейчас скажу. Может, тоже так же? Так само. А, да. Угу. Вот какой есть желтый, золотой. Да еще $500, прикинь. Да успокойся. Он не страшный, не красивый. Да. Так что берем, друзья, этот. А вот стаканчик давай возьмем, что стаканы мыть. Сразу. Видишь такую штучку? А у нас это ее нужно подводить, да? Надо классная штука. Да. У меня. Ну ты же мойка. Но зато классно, помыл себе. Да, каждый раз стаканчик, чтоб. Попил сразу раз и все. $60 оно, видишь? Пришло. Можно его отдельно прикрепить? Конечно. Давай возьмем. Давай. А у нас там будет место, чтобы его поставить? Ну, у нас же там стоит вот так кран, здесь стоит вода, а здесь еще для посуды кранчик маленький. Будет там место? Да. Будет, в Туле где-то, да? А как его короче, там? Надо сначала с этим разобраться, а ты потом докупить его можешь. Да. Это не то, это... А, это сеточки. Это надо будет еще, наверное, покупать. А проводка, как там оно все, да? Вот оно, вот. Угу. У меня на работе есть такое, я видела, классная штучечка. То цена на него? 59, видишь, сверху там пишется. Вот. Ты его где хочешь можешь прибахать, знаешь? Угу. Короче, пока надо померить, подойдет ли это и как оно там закрыет ту, там где кран был, знаешь? Ага. Смотрели мы вот этот, но 350. Если что, придешь, это заберешь и все. Ну, то он на витрине есть, а здесь совсем другой. Это не он. Там нету крана, там только этого нет. Вот на витрине его нет, я не знаю. С краном сколько у нас стоит? 420, да. А мы нашли сколько? 180. Так, идем. Через 10 скачет. Красный хочу, зеленый, да?
211 с налогами, 211 и ребейт, это стоит $20 скидка, еще ребейт, то вышел еще, еще. Как есть, 200 пола там уже. Прыгай, прыгай в седло. Смотрите, какой нам сделали подарочек. Какая вкуснота. Это копченая. Так, копченая рыбочка. С нашего озера Мичиган. Ах, как пахнет уже. Целая большущая. Ух ты. Вау! Попугай, я накрою. Запах на целый дом. Пешеньки мои хорошие, пешечка. Пешунь. 5 минут, мальчик. Ну давай, разрежу я ее. Прижимаем до досочки. Без костей она уже. Вкусняшку какую. Друзья, всем приятного аппетита. Очень пахнет. И на соль очень классная. Очень вкусная. Ай-яй-яй. Спасибо огромное тем, кто нам передал. Друзья, хочу еще вам показать вот такие очень вкусные печенюшки. Их делают такие маленькие пекарни. Они очень-очень популярные. Молодежь их очень любит. Смотрите, какие они большие. Я думаю, эту печеньку, когда съешь одну, да, угу, наедишься сразу. Вот эти идут, они с ореховым маслом. Запах. Эти с минт. Черные такие, шоколадные. Эти с капельками шоколадными. Это уже они столько съели. Она была полная коробка. Но просто полная, да? Да, да. Угу. Было так красивенько здесь все. Я дам, и это уже дети столько слопали. А это с этой, с гарбузой, с тыквой. Сейчас осень, и уже во всех таких пекарнях идет такой, даже кофе рубят на осенью, рубят с тыквой, так и печенюшки. Так что, может, кто-то не кушал, то попробуйте, друзья, очень вкусные. Очень классный пылесосик, но не выгодный. Знаете почему? Потому что нужно куплять вот эти штучки такие, менять. Одна стоит, пачка стоит 10 штучек и $11. Пац. Я купила на интернет 2 упаковочки, там было 30, короче, заплатила я $60 за 2 упаковки, 60 штук, ну на несколько месяцев. Здесь зарядочка вот идет, знаете. Но нужно покупать вот эти штучки и как бы выбрасывать вот, а другую сюда цепляешь. Так же дорого, но очень классно, что вот так и для пола, вот это очень классно для пола. Для ковра другую. Все, всем удачи. Сейчас мы идем. Всем пока.